Всем доброе утро, я рада вас приветствовать на своем канале. Я надеюсь, вы уделяете себе время на уход за кожей тела и лица. Сегодня я решила посвятить день уходу за собой, за своим телом. Показала вам пару продуктов, которые я использую во время своего мини-спа дня. И первым делом моего такого а-ля чек-листа по уходу за собой избавиться от омертвевших клеток, хорошенько так проскрабировать тело. Для этого я использую кофейный скраб, он офигенно пахнет и кожа после него очень эластичная и мягкая. Вот такой вот скраб у меня получился. Здесь у нас присутствует сахар, кокосовое масло и эфирное масло эвкалипта. Все смешиваю просто в тарелке. Получается вот такая масса. У нее отличные скрабирующие частички. Теперь можно спокойно пользоваться. Также сегодня я впервые сделала себе скраб для ног, для пяточек. И знаете, я как будто открыла новый мир. Как будто сняла какую-то часть кожи. У меня очень нежная кожа на ногах. Да вообще везде. Этого скраба он был совершенно не сильный, слабенький, такой ореховый, мягенький. И для меня он подошел идеально, мне понравился эффект. И мне кажется, еще буду делать такие манипуляции. Также я уже давно не использую скраб для лица, он травмирует и без того нежную кожу. У меня для этих целей пилинг-скатка корейской фирмы с алоэ. Я только что вышла из душа и поухаживала еще за телом в виде молочка, успокоила разгоряченную кожу. Также за лицом тоже нужно ухаживать, и для этих целей у меня есть вот такой гиалуроновый алоэ гель. Мне очень нравится, как он питает кожу, при этом он вообще не липкий и быстро впитывается. Сейчас мы успокоим нашу кожу на лице после манипуляций с ним. Наношу я такой гель довольно толстым слоем и оставляю до полного впитывания. Он не оставляет никаких липких следов, неприятной пленки на лице. Он быстренько впитывается и увлажняет кожу. При этом он не забивает поры и от него не появляются никакие прыщи. После такого релакс-утра нужно приготовить вкусный, полезный завтрак. И сегодня хочется что-то сладенького, поэтому давайте вместе готовить завтрак. Самого-самого любимого завтрака или перекуса. Мне для этого понадобится 2 вот таких творога. Это для двоих, 2 порции. 2 творога Данон 5%, 1 яблоко, 1 банан и 1 киви. Творог мы просто выложили в миски и оставляем. Сейчас займемся фруктами. Для нашего завтрака нам понадобится просто нарезать их мелко, квадратиками или полукружочками, как вам больше нравится. Вот что у меня получилось. Это мой, наверное, самый-самый любимый завтрак-перекус. Все это перемешиваешь, и получается просто райское наслаждение. А здесь бананы, яблоко и киви. И здесь получилось какая-то больше фруктовая тарелка, чем творожная. Но попробуйте, если вам хочется чего-то сладенького, или перекусить, или позавтракать чем-то необычным. Попробуйте такой вариант. Очень вкусно. Thank you.
Многие мне писали про то, что им интересно подробнее узнать про мое прохождение курса по изгнанию внутреннего бомжа, и я готова рассказать вам, так как прошло уже 4 бесплатных урока из 5, и я сформировала какое-то свое личное мнение. В прошлый раз я вам быстро рассказала, что такое внутренний бомж, что входит в это понятие. Давайте сегодня я вам немножко поподробнее расскажу. Внутренний бомж – это наши привычки, паттерны, которые идут еще из детства. Это наша реакция на любое событие, происходящее вокруг нас. Я могу привести вам пример. Если вы идете на работу или учебу, вы идете всегда привычной, одинаковой дорогой. Вы не пойдете искать что-то новое. Это называется паттерн. И проходя этот курс, я нашла у себя несколько паттернов, которые я даже не замечала. То есть я даже не знала, что они так называются и, в принципе, что у меня есть какая-то проблема. Например, когда я куплю новую вещь, я не могу ее носить какое-то время. Неделю, две, три. Я просто не могу ее одеть. Также у меня есть такая привычка, что я не могу купить себе дорогую вещь. Как по мне, лучше куплю подешевле, но в большем количестве. Это тоже паттерн внутреннего бомжа. Также все деньги, которые я зарабатываю, я стараюсь их отложить. То есть они у меня лежат в импровизированной копилке. Я не трачу их все, не транжирую, они у меня просто лежат. Это также признак внутреннего бомжа. Что в итоге дал мне бесплатный курс? Я определила проблему, хотя даже не знала, что она у меня есть. При этом я написала небольшой план по избавлению от каких-то вредных привычек, которые действительно мешают мне жить и мешают мне зарабатывать. Я еще не решила, пойду ли я на платный курс, но с уверенностью могу сказать, что бесплатный мне дал очень много, и если для вас будет какой-то вопрос, идти ли на какой-то бесплатный курс, или даже идти на платный ли, то я вам советую попробовать, потому что мне это действительно помогло. Вот что у меня тут получилось, то, что я расписывала на курсах. Сегодня у нас еще будет последний вебинар, который будет сама Вика вести, поэтому очень интересно, как мы завершим эту бесплатную неделю. Но я не пожалела совершенно, что потратила на это свое время. Я потратила 5 дней, я выполняла все домашние задания, общалась в диалоге с девочками. Мне понравилось, хороший курс, хорошая информация и действительно есть польза. И я хотела с вами уже попрощаться, спасибо, что провели этот день со мной, мое утро опять. Я заметила, что вы очень полюбили видео в стиле мое утро и вам также нравится уход, потому что у меня было даже несколько запросов на эту тему. Поэтому пишите в комментариях, как вам такая рубрика, где я объединила это все и немножко порассуждала о курсе, который я прохожу, и дала вам какие-то рекомендации. Так что, может быть, вы хотите еще что-то увидеть, или вам нравится все и так, пишите обязательно в комментариях, я все читаю. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.